Здравствуйте, любители приключений, любители около походной тематики, тактики, выживальщики, охотники, бушкрафтеры. Сегодня речь у меня пойдет такая необычная, не знаю, нигде ее такую наподобие не видел. Эта мысль меня посетила, когда я подумал, что многие там собирают коробочки всякие из-под конфет для EDC наборчиков своих. Ну, конечно, это да, интересно. Я люблю такие видео посмотреть. Сам тоже, может быть, такую коробочку соберу. У меня был еще в советские времена маленький НЗ наборчик. В журнале была инструкция юного техника. И кто, если помнит, такой интересный журнал. Он наряду с моделистным конструктором был. Но большую часть, наверное, жизни мы все-таки носим с собой портмоне. Я так подумал, надо для него сделать какой-то EDC. У меня есть задумки. Я в дальнейшем тоже разработаю EDC набор. Вот. Но сейчас я вам хочу представить. То есть у меня такое вот подопытное портмоне. Появился у меня бзик такой собирать кредитные карточки, которые будут из себя представлять как, ну, часть EDC набора. Ну, начну с карточек, которые я уже в анбоксингах там где-то что-то показывал. Первая вот карточка металлическая, в которой, по-моему, 11 тут элементов: открывашка, отвертка, линеечка. Вот я не знаю, как пользоваться, но я так понимаю, что это что-то вроде компаса. Может быть, это к часам надо прилагать. Также ключи всевозможных размеров. Маленькое отверстие для темлячка. Пила, которой, ну, какие-то мелкие что-то можно ровно отрезать. И открывашка для бутылки, хотя она, в общем-то, и не нужна. Ну и достаточно острый ножик такой вот. Можно там перерезать что-то, какую-то веревку, обточить какую-то проволоку. Я экспериментировать не буду. Обзоров много на это дело уже проводилось в интернете, где я заказывал эту карточку. Можете посмотреть там в анбоксинге у меня, поискать на канале. Там есть ссылка под видео в описании. Вот. Ну, цены варьируются от времени. Дальше распространенная тоже это вот карт Sharp, по-моему, называется, да? Тоже несколько ножичков таких себе заказал. Недорогая совершенно вещь, сделана в размер пластиковой карточки. Несколько раз даже уже она мне как бы, ну, пригождалась. Достаточно острый. Что-то наподобие вот этих вот канцелярских ножей. Ну, такой ножичек себе портмоне. Далее пойдем уже такую вот себе в коллекцию приобрел пластиковую карточку, что-то типа настольной лампочки, которую так поднимаешь, и она светит таким рассеянным светом. Сейчас день, поэтому я не могу показать, как она освещает. Ну, вы знаете, по сравнению, например, там кто-то подумать, что можно соткой освещать. На зажигалках многие есть фонарики. Это направленный свет. Бывает такая ситуация, что, ну, просто вот, да, вот надо вот, оказались вы в темном времени там суток, либо в темном помещении, где-то что-то укрываетесь там или что-то. Включил ее, он, в принципе, ну, достаточно так неплохо освещает, то есть можно какие-то манипуляции проводить или там посиделки. Но это так, чисто безделушка, конечно, может быть, и не нужно. Ну, в коллекцию
пластиковых таких карточек. Прикольная вещь, не знаю. Работает тоже там светодиодик, работает тут на одной таблетке, батарейке. Следующее, я вот эти карточки в анбоксингах не показывал специально, чтобы сюрпризы вам не лишать. Тут даже написан Джеймс Бонд. Китайцы прикалываются, жгут. Тоже вроде бы ненужная вещь. Но думаю, пускай будет тоже в коллекции, раз уж я принялся коллекционировать такие карточки. Это набор таких отмычек. Сталь достаточно прочная. Я отмычками не умею пользоваться, но есть много гайдов, уроков по этой, ну там, как можно открыть какие-то, ну, бывают всякие ситуации, может быть, надо научиться, и может быть, это когда-то пригодится, может быть, даже спасет вам здоровье и жизнь. Сейчас много китайских везде замков, которые на раз открываются. Ну вот такие тут вот разные вот 5 элементов, то есть основной вот этот вот, чем вращать замок, с разной шириной концов, и вот всякие всевозможные вот такие вот зубчатые тут такие вот элементы отмычек, я не знаю, они сделаны как бы по всем канонам отмычка делания, но надо будет поприкалываться, поэкспериментировать. Ну и в то же время, возможно, даже это не как отмычки можно будет использовать, а как какой-то элемент где-то что-то поддеть, поддержать. Мне кажется, немножко вот дребезжит она, но я думаю, это тоже можно дело поправить. Ну, такая чисто для фана кредитка. Толщина у нее где-то 1,2 мм. Ну и вот последний. На самое вкусное. Такая вот кредиточка. Типа швейцарская. Там есть еще несколько у китайцев кредиток, которые я бы хотел приобрести, там с компасом какие-то есть. В общем, ну, заказал я пока вот такую. Они не дешевые, я вам скажу. Тут фонарик, во-первых. Раз. Что-то типа ножичка. Ну, он, честно сказать, тупой. Его надо будет подточить. Также тут такие импровизированные ножнички. Ну, я не знаю, тоже может где-то пригодится. Тоже немножко чопорно сделано, но проверял, вроде режет. Также тут есть такая вот фишечка, что-то типа звездочки. Но на каждом конце тут как бы отвертка. Крестовенькие маленькие, вот крестовые вот. Тоже их желательно, наверное, обработать, подточить под себя. Отверстие какое-то непонятное для темлячка, что ли, какого-то. Хотя не влезет. Вот такие вот 4 отверточки. То есть бывает такое, что где-то что-то разболталось, надо подтянуть, может быть, или что-то там. Опять же, лупа. Лупа тоже, я вам скажу, чопорная. Ну, возможно, с помощью нее можно будет попробовать огонь разжечь. Дальше тут пинцетик. Пинцетик, вытаскивание за нос, какие-то там, может быть, продевания, какие-то что-то, манипуляции. Что-то типа зубочистки пластиковой, я не знаю. Но бывают такие моменты, но я не знаю, чтобы она прям так сильно пригождалась, зубочистка. Но, возможно, будут такие моменты, что да, вот где-то что-то. Нету веточки под рукой, там какой-то спички. Также тут линейка. И еще один элементик они такой засунули. Я, честно сказать, даже не знаю. Это вроде как не для тачскринов, потому что тут металлическая. Металлический кончик. Честно сказать, даже так что-то надо к
где он может применяться, может как шило его заточить или почитать поподробнее, потому что нет каких-то обзоров таких вот пластиковых карт. Не видел я, по крайней мере. Ну, в принципе, вот такой вот, вот такая вот у меня собралась вот коллекция. Долго я ждал вот эту пластиковую карточку, чтобы выпустить вам выпуск. Сегодня я уезжаю на Кавказ. У меня через 8 часов, не через 8, через 9 часов поезд. Вот. Поэтому будет небольшая пауза по видео. Может быть, что-то по ходу там скину еще, когда буду там лазить со своей а-ля GoPro-шной камерой. Ну, будет, скорее всего, перерыв. Может быть, недельки. Ну, до начала августа. 30-го я приеду, потом что-то постараюсь для вас отснять интересно. Беру свою экипировку, беру свой рюкзак. Посетим Домбай. Постараюсь выйти в горы. Пятигорск. Заскочу в магазинчик «Сплав». Если найду его там. Если вам понравилась такая вот коллекция, жмите лайк, подписывайтесь на канал. Буду выдумывать, разрабатывать. Не успел еще снять одну рубрику, но может быть, я ее где-то там даже по ходу засниму и выложу, чтобы вы не скучали. Там очень интересную хочу серию провести, одну передачку заснять такую небольшую. Не знаю, получится, не получится, может, по приезду. Что-то не успел, у меня работы навалилось, надо было подсобирать денежек на поездку. Поэтому многие спрашивают, почему нету видео. Честно сказать, работал 19-20 часов в сутки, чтобы закончить все свои заказы, собрать деньги. Вот. Но это мои личные такие как бы проблемы. Ну, думаю, вы поймете и не будете отписываться от канала. Приеду. Мне едет еще гидрокостюм с Питера. Поэтому будет и подводная, скорее всего, охота, вылазки какие-то с друзьями. Со своей подводной камерой я постараюсь отснять что-то для вас. Ну, всем пока. Ставьте лайки, комментируйте. Предлагайте свои. Постараюсь выложить вот эти вот карточки. Их без проблем можно найти на AliExpress, на китайских сайтах. А вот эти по поиску EDC карт, по-моему. Но я постараюсь выложить ссылки, где я их брал. Я как-то выкладывал там ссылку на свой спальный мешок, который я за $24 купил. Сейчас я захожу по этой ссылке, они до 40 его подняли уже цену. То есть надо у разных продавцов искать что-то такое подобное. Всем пока, подписывайтесь. Удачи.